номер 8, Москва-Ялта, отправляется с 8-го пути в 8 часов по московскому времени, извините. Повторяю, по московскому времени с 8-го пути. Чебурашка, где ты? И вот он я, Ген, вот он. Ой. Граждане, предъявите билетики. Гена, что? Билетов-то нету. Может, ты проглотил? Вряд ли. Вы знаете, они были. Честное слово, были. Были они. Ха, были. Были да сплыли. На следующей станции высадим. Солнце светит ярким светом над Москвою и вокруг. Почему же люди летом отправляются на юг? А в Подмосковье ловятся лещи, водятся грибы, ягоды, цветы. Лучше места даже не ищи, только время зря потратишь ты. Ой, Гена, смотри! Стой! Стой! Будете знать, как без меня кататься! Стой! Стой! Стой, постой, карман пустой! Стой, постой, карман пустой! Ну что ж, пойдем домой. А знаешь, Чебурашка, осенью на шпалах никогда не бывает ни луж, ни грязи. Знаю, Гена, это здорово. Это очень хорошо. Гена, тебе очень тяжело нести вещи. Ну, как тебе сказать, Чебурашка? Очень тяжело. Слушай, Гена, давай я вещи понесу, а ты возьми меня. Это ты здорово придумал. О, чемоданчик пригодится.
порядочек. А теперь вперед. И самое главное, Чебурашка, что если идешь по шпалам, то никогда не заблудишься. Понятно? Понятно. Смотри, Гена, это что, ягоды? Да нет, это не ягоды, это орехи. Тортик. Шоколадный. Изготовлен 1 апреля. Свеженькой. Это, наверное, туристы потеряли. Надо им вернуть. Караул! Это ваша работа? Да нет, мы сами попали. А кто их тогда поставил? Туристы, туристы. Я им покажу, как чебурашек обижать. Браконьеры несчастные, я вас найду. Сахарный песок. Сейчас я вам устрою сладкую жизнь. Эти капканы. Правильно. Будем рыбку ловить. Давай динамит. Бери. Ложись! Братцы, что, рыба? Да это что, настоящий! А что ж мы, мои братцы, есть будем? Сеть на что? Голова ты, Петя. Зазвенит тащи, а? А придумал кто? Кто? Петя!
почему вы такие грязные? Мы в речке купались. В речке? А кто ее загрязнил? Фабрика. Подождите здесь. Безобразие. Природу отравляют. Здрасте. Здравствуйте. Мы насчет загрязнения реки. А что, загрязняем? Очень загрязняете. Все. Все, все, прекратим немедленно. Зарыть трубу, вы меня поняли? Значит, уберете трубу? Непременно. До свидания. До свидания. Ну что, крокодил, порядок? Все, речка чистая. Как дела, Чебурашка? Можно купаться. Чур я первый. Ах так! Это же лягушонок. Но он зеленый. Спасибо. Только давайте его отпустим. Пусть прыгает. Очень жаль, ребята, что мы ничего не можем вам подарить. Зачем? Вы нам речку подарили. Чистую. Перекосяк едет на дрезине старуха Шапоклак. Твой тортик. Свеженький. Спасибо. Гена, ваши вещички. Здравствуй, Чебурашечка. Здравствуй. Эй, видишь? Птичка. Где? Все, улетела птичка. Тортик. А ну, равняйся. Привести себя в порядок.
А это что за веревка? Мама! Мы больше не будем! Ну кто это придумал? Кто? 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 Я. Полдатый Петя! Вот вам ваши деньги и билеты. Берите. Спасибо. А у вас есть билеты? Условности. Я и на крыше доеду. Нет, нет, нет. Вы поедете в купе вместе с Чебурашкой. Чебурашка маленький, а вы все-таки дама. Дама. Спасибо, Гена. Крокодил. Гена, я с тобой поеду. Спасибо, Чебурашка. Молодец, старик. Не оставил друга. А ну-ка, подвинься. Крокодил, играй. Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон.